мы пришли. Народная песня? Да. Да, мы с ней родились. Когда пели, взрослые пели, мы дети, конечно же, тоже подпевали, слышали. Ну и на уроках музыки тоже, хотя немножко мало по программе идет обращение к народной песне, но тем не менее, вот эта любовь зарождается и с любой звучащей музыки, хорошо звучащей, вот, профессиональной, тем более, северный хор мы слушали. Ну а так пришли, поем до сих пор. Хор создан в 1963 году, хору уже в этом году 61 год исполнился. У нас сегодня не приехала, есть одна участница, которая с самого первого дня основания этого хора. Да, так что хор у нас большой, знаменитый. Ну, а вот у вас сейчас были веселые песни, а что-то грустное есть? Да, есть. Но мы стараемся, когда первый раз едем, чтобы было все-таки настроение хорошее, поэтому поем задорные песни. Ну, потому что север-то изобилует такими вот тягучими песнями. Есть у нас такие, да, есть Белое море, есть Соленое море, есть такие. В следующий раз, если пригласите, споем. Хорошо, спасибо большое. Thank you.